Цех по переделке гражданского оружия под стрельбу боевыми патронами был обнаружен у жителя Кайтакского района. 62-летний мужчина хранил на своем чердаке часть коллекции холодного оружия. У оружейника было найдено два самодельных и два пневматических пистолетов. Другая часть переделанного оружия находилась в подвале, где и располагался подпольный цех, станки и слесарные инструменты. На допросе подозреваемый сказал, что все оружие нашел на окраине села. По факту возбуждено уголовное дело.